детстве я была французской королевой Ингеборгой. И, собственно, мы поехали туда, он был палачом в соседнем королевстве. Ему несколько раз заказывали мою смерть, но он меня жалел и не убивал. Так, во время реконструкции средневековой битвы Маргарита познакомилась с будущим мужем. Через месяц свиданий девушке поставили страшный диагноз. Рита предложила закончить отношения, а Андрюс предложил ей руку и сердце. Я очень скучаю. Он поехал на учения добровольно на эти, чтобы заработать денег на отпуск, потому что все ресурсы семьи ушли на лечение, и он верил в то, что вот это лечение мне поможет, что я уже здорова, и что он вернется, и мы поедем куда-нибудь отдыхать. А в результате оказалось, что не получится с отдыхом в ближайшее время. Маргарита рассказывает и о любимом детище – студии интерьера. Сюда она вкладывала все свои силы и средства. Теперь же все деньги Ритина семья отдает на борьбу с лимфомой Ходжкина. Младшая сестра Анфиса и вовсе готова поделиться костным мозгом. Одну трансплантацию на основе своих клеток Маргарита уже перенесла. Неудачную. Позитронный эмиссионный томограф. Если бы он был в Калининграде, не случилось бы этой огромная трагедия с Маргаритой, что мы только на последней стадии могли определить эту болезнь. Несколько лет ушло впустую. Лечили не то и не тем. За последние десяток лет раковые клетки в организме Риты приспособились к химиотерапии и больше не реагируют на нее. Прошлой осенью случился рецидив с поражением легких, печени, селезенки и почти всех лимфоузлов в груди и животе. После проведения интенсивной терапии в петербургской клинике болезнь удалось остановить на неопределенный срок. Тот препарат, который появился совсем недавно, его нет в России, он только есть в Западной Европе, в Америке, в Израиле. И это новые разработки, так называемые нанотехнологии. И на данном этапе только он может спасти жизнь Маргариты. Ацетрис – препарат, который действительно помогает. На один курс Маргарите нужно 3 флакона, каждый стоимостью 3900 евро. Для одного курса их нужно 3, а курсов не меньше дюжины. Нельзя купить только часть лекарства, лечение должно вестись непрерывно, иначе все зря. Маргарита невесело шутит. У моей жизни есть цена – 8 миллионов рублей. Мы болезнь практически не обсуждаем. Не, ну бывает, конечно, когда надо выговориться, там, может быть, поплакать, но в основном говорим о планах. Вот о том, какую игру хотим поехать, планируем платья, какие хотим пошить. Маргарита редко остается одна, друзья всегда рядом. Сейчас они обсуждают идею благотворительного концерта и верят в то, что Рита будет здорова. Ведь лимфома Ходжкина – это вполне излечимая болезнь. Обидно будет умереть в шаге от победы. У меня сейчас 3 небольших очага, но у них активность 4-5 по шкале Дювиль. И если они будут развиваться, они меня убьют. Если мне постоянно вводить химию, то я умру от химии. А если мне найти деньги на это лекарство, то я на 99% буду жива и здорова. И не просто жива и здорова, я буду полноценным членом общества, я смогу рожать детей. Помочь Маргарите можно, связавшись с ней по телефону +7 909 791 58 53 или по номеру редакции 555-085. Антонина Слотвинская, Дмитрий Дулетов, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город».